Поскольку пламя охватило постройку очень быстро и практически целиком, погибшего в огне хозяина обнаружили лишь тогда, когда пожар был практически ликвидирован. Тело пенсионера лежало у одного из окон. Возможно, он пытался выбраться наружу, но сделать это ему помешали металлические решетки. А загорелся дачный дом, по предварительной информации, из-за перекала печи буржуйки. Говорят, буржуйка была, да, вроде, да, в доме? Да, буржуйка. Ведь он топил ее, да, получается? Ну, не знаю, мужчины. Вот когда горело, уже пришли. Сильно горело, вроде, получается, да? Да, уже... Начали тушить, ну, когда пришли, то есть в Казань приезжать надо, звонить только. А вы кто будете, сосед? Я у него уважаю. Поскольку буржуйка находилась рядом со входом в дом, начавшийся пожар сразу отрезал хозяину путь на улицу. Соседи тоже не смогли проникнуть внутрь сквозь пламя, а решетки на окнах не позволили залезть в окно. Налицо трагическое стечение обстоятельств. Мужчина мог бы, вероятно, спастись, если бы поднялся на второй этаж и вылез через окно там. Но в дыму он, видимо, быстро потерял ориентацию, а потом и сознание. Динар Усманов, Игорь Бызов, эфир 24.